Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посетим памятник архитектуры 19 века в деревне Старорахома. Доехать от центра Великого Новгорода до него совсем не сложно. Удаление от ЖД вокзала до церкви в Старорахома около 12 километров. На схеме все достаточно понятно. Церковь Знамения Богородицы построена из кирпича в стиле классицизма. В 1824 году на средства помещика В.И. Семевского. Расположена она на небольшом пригорке на живописном берегу реки Рахомки. Высота постройки около 15 метров, что примерно равно высоте пятиэтажного дома. Это четырехстолбный храм, увенчанный восьмигранным куполом с колокольней. Закрыта она была в 30-е годы прошлого столетия. В годы войны повреждена от обстрелов. В данный момент она заброшена и находится в аварийном состоянии. Чем же интересна эта церковь? Это то, что у нее нет боковых дверей, направленных на север и юг, но есть два хода, направленных на запад. Купол церкви наполовину обвалился с северной стороны, а внутри пока еще сохранились фрагменты росписи и узоров. Церковь имеет несимметричную форму, как это обычно бывает, а на окнах имеются металлические решетки весьма оригинальной формы. Пол в церкви выложен из бетонных плит, у храма толстые стены, толщина стен около 80 см. Архитектор остался неизвестен. В описании под видео я напишу ссылку на одно очень интересное исследование. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Будем рады подписчикам и репостам.